Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 3 августа. В этот день, в 1921 году, был арестован русский поэт Николай Гумилев. Это произошло здесь, в Доме искусств. Гумилева арестовали по подозрению в участии в заговоре Петроградской боевой организации Владимира Таганцева. Живя в Советской России, Гумилев не скрывал своих религиозных и политических взглядов. Он открыто крестился на храмы, заявлял о своих воззрениях. Так, на одном из поэтических вечеров он на вопрос из зала «Каковы ваши политические убеждения?» ответил: «Я убежденный монархист». Следствие возглавлял Яков Агранов. 24 августа вышло постановление петроградского губчака о расстреле участников таганцевского заговора. Гумилев и еще 56 осужденных, как установлено в 2014 году, были расстреляны в ночь на 26 августа. Место расстрела и захоронения до сих пор неизвестно, и во вновь обнаруженных документах это не указано. Позднее Яков Агранов так объяснил жестокость, проявленную даже к тем, кто не был причастен к заговорам. В 1921 году 70% петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага, и мы должны были эту ногу ожечь. Яков Агранов был расстрелян 1 августа 1938 года.